Усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Перед тим, як представити нашого гостя, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, коментувати відповідно і підписуватися. А також підписуватись під відео є активне посилання на нашого гостя. З нами сьогодні Михайло Шайтерман, це є політтехнолог. Пане Михайло, вітаю, слава Україні. Героям слава, здравствуйте. От нагадую, ще раз тут буде активне посилання на YouTube-канал Михайла Шайтермана. Наскільки я знаю, там от треба добити до 145 тисяч, а далі буде видно. Тому давайте в коментах активно запитуйте, більше 7 слів чомусь так каже YouTube, я не знаю чому, але коментуйте, підписуйтесь. Ми прямуємо до 5 мільйонів, Михайло Шайтерман до 150, помаленьку-помаленьку ми будемо розвивати наш YouTube, адекватний YouTube. Що ж, пане Михайло, розпочнемо, звичайно, з топ-теми. Вона не є найсвіжішою, але вона є найважливішою. Це, звісно, удари по Кремлю цими безпілотниками. Вже багато було проговорено, як то кажуть, багато хто з цією думкою переспав, вже є холодна голова, багато думок. Що ви вважаєте? Хто це міг бути? Для чого це зроблено? Це провокація, це наші спецслужби. Ваша думка? Ну, я якраз, да, от успів переспати з цими мислями, а поки спав, так як в это время Киев бомбили как раз, то спать мне помешали. У меня было время послушать разных экспертов, разные мнения. И, вы знаете, я вернулся к своему первоначальному мнению, которое сначала я в какой-то момент сбивался. Что это мы, наши вооруженные силы, нанесли блестящий удар по Москве. И за это время, за прошедшие сутки, найдены ответы на все, в общем-то, спорные вопросы. Для меня главным спорным вопросом, то есть я понимал наши резоны, причины все это делать, но я не понимал вот одну историю, вот эту картину с двумя какими-то людьми, лезущими на этот купол в тот момент, когда туда прилетает беспилотник. Это все в мою картину мира категорически не вписывалось, я не понимал, как так может быть. Но потом, когда все данные пришли, то стала картина следующая. Значит, первый беспилотник бьет по этому самому куполу, это не тот, где вот знаменитое видео с красивым взрывом, это другой. Там возникает пожар, он как бы возникает с противоположной стороны от той, с которой знаменитое видео. Туда бьет беспилотник, возникает пожар. Время там зафиксировалось, этого удара, благодаря тому, что в кадре этого видео есть часы на Спасской башне. Ну, это такие главные часы России. И они показывают, там не помню сколько, но скажем, 2 часа ночи, например. После чего, когда летит второй беспилотник, на этих же часах на Спасской башне уже там типа 2 часа 16 минут, по-моему. То есть прошло 16 минут между первым и вторым ударом. Тогда совершенно логично, что охранники этого здания, в котором действительно кабинет Путина, его личные апартаменты и рабочий кабинет, естественно, начинают лезть и проверять, что там горит и какие там дела, тушить или не тушить, не знаю. И в этот момент прилетает второй беспилотник. Тогда все абсолютно, картина ясна. Два беспилотника с разницей в 15-16 минут бьют в одну и ту же цель. Значит, это и была цель. Целью было, ну, в идеале сбить флаг, к сожалению, не получилось. Но, в принципе, извините, символически показать президенту Российской Федерации, что он в зоне нашей досягаемости, что уничтожить мы его можем в любой момент. Сейчас мы его не уничтожаем. Просто показали, как будто вот указкой, да, показали. Ты вот здесь, вот под этим вот куполом. А ведь под этим куполом проходит заседание Совета Безопасности России. Под этим куполом принималось решение о нападении на Украину 21 февраля прошлого года. Решение принималось 21-го, нападение начиналось 24-го. Вот, мы показали, наши вооруженные силы показали, что уничтожим в любой момент. Поэтому просим как бы быть с нами поосторожнее. Вот вся картина, мне кажется. Пане Михайло, загалом це є хороший такий удар по репутації недоторканості Кремля, як ви вважаєте? І загалом те, що вирішили в двох провідних, не провідних, а ключових містах країни-агресорки, в Санкт-Петербурзі і Москві, взагалі заборонити будь-які безпілотники. Попри те, що коли їде Путін, здавалось би, мільярди були витрачені на захист, як і Москви, а ми читаємо не витрачено, а розкрадено. І, відповідно, панцирі на кожному кроці, а тут безпілотнички собі літають з інтервалом в достатньо часу і влучають. Ну, те, що ви й кажете, влучають куди треба. Просто, на жаль, бойового заряду і точності не вистачило, аби зірвати цей прапор. Да, ну, смотрите, перше, що це показало, це боєздатність наших вооружених сил. Тобто, ведь ці безпілотники точно українського производства. Здесь можна не сумніватися.
Потому что нам западное оружие запрещено применять против таких целей. Это и американцы нам запретили, и европейцы. Поэтому это украинский беспилотник. Я думаю, что компания, которая производит эти беспилотники, насколько я понимаю, это частная компания. Я не знаю именно про эту модель, но там их достаточно много. Я думаю, после войны она будет сразу стоить миллиарды долларов, потому что эти испытания, ну, самые наглядные. Понимаете, это лучшая рекламная кампания нашей оборонной промышленности, нашего military tech, как говорится, наших стартапов по производству беспилотников. Все, что сделалось и в Севастополе за последние дни, и вот сейчас удары по Кремлю, ну, просто когда на выставке какой-нибудь будет представлена эта компания, производитель этих беспилотников, она, я думаю, у себя на экране там рядом, да, просто поставит ролик, где ее беспилотники прилетают в башню Кремля, и все, и вопросов не будет совершенно. Не надо, никто не будет просить показать, как все это работает. Вот, поэтому, в первую очередь, показывает нашу мощь. Ведь россияне ничего подобного даже, ну, не умеют делать даже близко. Россияне, вон, только что пытались нас убить очередными шахедами иранскими, да? Вот, поэтому у них нет способности производить что-то высокоточное, что-то вообще высокотехнологичное. Это главное, что показали. То, что у россиян слабое ПВО, да, это тоже, но это как бы уже второй фактор. Первое – это наши сверхтехнологические способности. Тоді давайте говорити, пане Михайло, про наслідки цих ударів безпілотниками по резиденції Путіна. Тому що дуже багато кричали, дуже багато воплі були і на федеральних каналах, і чини різного рангу в Росії, такі як і Володін, і Медведєв, про це ще поговоримо. Як ви вважаєте, які варіанти відповіді Кремля можуть бути? Тому що я дивився і ваш, до речі, блог на Ютубі, нагадую, підписуйтесь тут, як активне посилання. Відповідно, ви теж висловили кілька варіантів. Я перечислю і ваші, і не пригадую, чи вони у вас були. Оце може спричинити мобілізацію масу, вона і так є, але більш відкрито і більш, ми ж розуміємо, Кремль трошки боїться казати, всіх збираємо. А це може бути привід, от б'ємо, б'ють по Росії, давайте захищати Отечество. А це удар по Києву вже більш якоюсь високоточною зброєю, можливо, калібри, можливо, інші ракети балістичні. Ну і, відповідно, ядерна відповідь про центр прийняття рішень, про що кричав той же самий Медведєв. Чи це може бути все і в комплексі? Ну, ні, тільки останній варіант актуален, тому що первая мобилизация, она уже объявлена, она не остановлена, прошу заметить, да, то есть она идет по закону, она сейчас идет. Сейчас российское руководство может забирать в армию кого угодно в любом количестве, это будет законно абсолютно, потому что в этом указе не написано, что сколько-то там людей, что как-то ограничено их количество. Они могут забирать сколько хотят. Им в прошлый раз не понадобился повод, просто взяли и объявили. И сейчас просто могут взять и начать забирать дальше все. Тем более, что они приняли закон о электронных повестках, то есть такой, который практически не уклонишься еще от этой службы, будь добр, иди. Вот, поэтому первое, но это не угроза. Второе, какие-то другие виды оружия по Киеву, так уже все виды прилетали в Киев. В Киев прилетали «Искандеры», прям много, особенно в начале войны, когда у россиян было много «Искандеров», и они думали, что война закончится быстро, то их прилетало много, потом их стало прилетать мало и редко. У меня вообще есть подозрение, ну, у меня нет доказательств, конечно, что сегодня ночью как раз прилетал «Искандер» в Киев. Почему такое у меня мнение? Потому что вот когда был этот грохот, когда тут что-то шандарахнуло, я думал, честно говоря, что это попали во что-то, но, видимо, это все-таки, ну, так наши сообщили потом, что все было сбито. Так вот, между этим взрывом и началом воздушной тревоги, то есть от начала воздушной тревоги до взрыва прошло 3 минуты, по-моему. А за 3 минуты только «Искандер» до нас и долетит, ну, еще кинжал. Вот, и это было сбито. Значит, кинжалом уже стреляли по Киеву, «Искандерами» стреляли, крылатыми ракетами. Просто с самого первого дня все началось с обстрелов нас крылатыми ракетами. У россиян нет никакого нового оружия, у них нет никакого сверхоружия. У россиян нет никаких-то запасов больших этого оружия. Поэтому у них нет других инструментов бить там, по Киеву или по другим городам, чем те, которые они уже используют. Они используют все, абсолютно все. Последний пункт, который вы упомянули, вот это да, это единственный реальный риск. Это применение ядерного оружия. Это то, что они еще не делали. Тут, правда, есть такой интересный нюанс, что Медведев, который, казалось бы, главный апологет ядерного оружия, вообще ядерных бомбардировок, который уже лично в одно лицо угрожал нескольким разным странам ядерными ударами, в этот раз почему-то такого не предложил. Заметили, да, вот впервые, когда мы ударили газ по Кремлю, он заткнулся с этим ядерным оружием. Похоже, он тоже понял, что надо бояться. Он замсекретаря Совета Безопасности. То есть это попало в купол туда, где его рабочее место. Понимаете? И он понял, что он может ведь и доболтаться таким способом.
И уже про ядерную риторику как-то он от себя отодвинул. Вот. Поэтому, ну да, единственная угроза – это ядерное оружие. Ну а так нет, то, что они будут так обстреливать, как вот сегодня, вчера, ну пообстреливают, перестанут. Так они все время обстреливают. Эти ракеты в любом случае прилетели бы сюда, в Украину. В любом случае. Они прилетели бы или сегодня, или завтра. Ну, прилетели сегодня, какая разница. Але загалом, пане Михайле, якщо говорити сьогоднішні прильоти, так, ми говоримо про 4 квітня, власне, це зрозуміло, це реакція на те, що били по Кремлю. А всі попередні три дні теж били шахеди. Як ви вважаєте, це реакція на що? Це просто Іран передав нову партію? Чи от підходимо до наступного блоку, чи все ж таки росіяни розуміють, що розпочалася підготовка до контрнаступальних дій? Во-первых, там были смешаны, то есть вот из последних трех атак две были, где доминирование было у ракеты, только одна была построена на шахедах, которая была во вторник. До этого две были на ракетах чисто, ну, в основном ракеты и немного шахедов. Поэтому я не знаю, там, как там партии поступают, в каком количестве, честно скажу. Но все вот эти атаки последние похожи на попытку действительно останавливать наше наступление. Ну, например, возьмем удар по Умани. Зачем, собственно, убивали мирных людей? Чтобы в очередной раз попытаться убедить европейцев, гуманных европейцев, что надо любой ценой заканчивать эту войну. Ведь у них там мантра, да, любой ценой давайте закончим. Они используют для этого огромное количество пропагандистского ресурса, даже выдают своих самых таких секретных агентов. Вот там целая партия Явлинского теперь уже каждый день практически пишет манифесты с призывом теперь к журналистам, что надо прямо сегодня, главное просто прекратить стрелять. И что пишет партия Явлинского, что ни наступление, ни контрнаступление ничего хорошего не дадут, потому что только лишние смерти и так далее. Да? Это явно из Кремля у них заказ. Так сказать. И вот такими ударами они пытались нас принудить к миру, с одной стороны, ну, видимо, с меньшими надеждами, с большими надеждами европейцев, которые должны были из гуманных соображений прибежать и кричать «давайте перестанем воевать». Ну, это не сработало, но, тем не менее, они попытались. Плюс, наверное, это наносит определенный ущерб. Ведь смотрите, мы знаем о тех ударах, которые были вот по мирным домам, но даже вот когда сообщалось про ракеты, я помню, что типа было 18, из них 15 сбито. А куда попали остальные 3? Ну, скорее всего, попали в какие-то возможные военные объекты, потому что в тот день о попаданиях в мирные дома не сообщалось. То есть это в том числе имеет военный смысл. Они пытаются бить по нашим каким-то, ну, не знаю, скоплениям войск, например, еще чему-то. Ну, было Павлоград, пане Михайло, не зрозуміло, мало информации. Да, ну, в Павлограде, так, судя по всему, что опять удалось собрать у всяких косвенных источников, это некий склад ракетного топлива, причем старый достаточно склад. Вот, поэтому такой эффект странный, скажем, то есть огромный взрыв с одной стороны, с другой стороны не было же разлета снарядов там и так далее, то есть безосколочное что-то взорвалось. Ну, а когда говорят, что это ракетное топливо, да еще помните, была химическая угроза там некая, то похоже на правду, что это химическая была угроза, ну, что-то как, что, типа ракетного топлива что-то. Пане Михайле, якщо говорити про контрнаступальні дії України, прекрасно бачимо. Я би хотів закцентувати, звичайно, і на півночі, там і біля Білгорода постійно із з колії сходять не один поїзд, і величезна кількість з нафтопродуктами. Ми прекрасно розуміємо, що це удари по логістиці, аби важка техніка і будь-що не могло рухатись. Ми розуміємо, паливо – це одне з ключових для руху на фронті. А більше цікавить південь навколо Криму, тому що за останній тиждень там просто кожного дня, от, можна сказати, півострів – фейерверк. Тому що і Севастополь, і Тамань, і далі вглиб Краснодарського краю – все там лунає і все влучається, що цікаво. Я розумію, Москва, можливо, не очікували, що наглі будуть бити по Москві. Але наглі вони мали очікувати від наглих укрів, що вони будуть бити в районі Криму. І теж все влучає. Мы до этого очень долго пристреливались понемножку. Если вы помните, были вот, ну, пример приведу. Беспилотник в Туапсе, помните, который попал ровно в резервуар с горючим на нефтеперерабатывающем заводе, по-моему, Лукойла в Туапсе. Это было месяца полтора назад. Вот это пристрелка, да, раз у нас получилось один беспилотник туда послать, значит, мы уже знаем, как туда попадать. Огромное количество, на самом деле, за последние месяцы было сбитых наших беспилотников. Каждый день что-то было, и мы еще тогда, помню, рассуждали, ну зачем каждый день стрелять, если все равно все сбивают. Вот для этого и стреляли, чтобы найти пути обхода ПВО. Вот к этому готовились целенаправленно.
Причем важно было тогда не уничтожить эти НПЗ, понимаете? Угу. Важно было тогда не уничтожить эти большие склады на аэродроме, в порту, да, например. Почему? Если бы мы тогда потихонечку их начали уничтожать, то россияне бы потихонечку начали их заменять, угу, ремонтировать, создавать альтернативные пути поставок, логистики и так далее. А сейчас что происходит? Вот только за последнюю неделю, ну, я где-то так, грубо говоря, оцениваю, это сразу скажу, это догадка. У меня нет вообще не то, что данных, да, я могу быть 1000 раз не прав, потому что я не военный эксперт. Но моя догадка состоит в том, что наше вот официальное контрнаступление началось 30 апреля. Вот с этих ударов по Севастополю, угу, по вот этим бакам, да, с горючим. Что фактически лишило Черноморский флот снабжения горючим, плюс еще аэродром там один военный. И Черноморский флот, собственно, пошел в Новороссийск. После чего мы ударили по таким же емкостям в Новороссийске, да еще и по НПЗ рядом, и по НПЗ в Ростовской области. И все вот это уже возымело действие. Сегодня британская разведка сообщила, что в результате наших ударов именно по территории РФ, по нефтеналивным каким-то нефтеперерабатывающим емкостям, Россия вынуждена перестраивать свою топливную логистику. А это для нас самое важное, что они именно в момент нашего наступления ее вынуждены перестраивать. Угу. У них нет этого времени. Если бы мы это сделали раньше, у них было бы время ее перестроить. А сейчас они будут ее перестраивать на ходу. Причем мы же это делаем со всех сторон. Мы вот со стороны Крыма, со стороны Краснодара, то есть чтобы, если они решат через Крымский мост везти, и мы со стороны Брянска, если они решат везти оттуда, все это сделали. А сегодня, кстати, Казахстан, например, сообщил, что прекратил доставлять топливо дизельное, которое они доставляли, в Тамань. Вот, то есть на той стороне Керченского пролива, на российской стороне, там мы куда-то попали тоже. И Казахстан сегодня отказался туда продавать свои нефтепродукты. Поэтому им нужно теперь где-то их еще и брать, эти нефтепродукты. Вот. Поэтому самое главное же вовремя, да, во время войны самое главное все сделать вовремя. И, похоже, наши все сделали вовремя. Пане Михайло, вам не здається, от Казахстан, там дзвінок Сі Цзіньпіня Зеленському, можливо, там була розмова про Тайвань. Вам не здається, що там, напевно, воно десь так і мало би бути, що контрнаступ наш, це не є, треба зрозуміти в голові, це не є фізично рух військ. Контрнаступ – це глобально. От домовитись з Казахстаном в Тамань не давати паливо, домовитись з Китаєм на момент нашого контрнаступу, ми визнаємо щось там з Тайванем, а ви чогось там не додаєте Росії, що в критичний момент їй буде потрібно. Тобто це є такий великий комплекс роботи і дипломатичної для успішного проведення контрнаступальних дій. Ну, я бы так сказал осторожно, да, но. То есть, конечно, контрнаступление – это не чисто движение войск. Когда мы говорим с военной точки зрения о контрнаступлении, то это вот наши артиллерийские удары, наши ракетные удары, наши удары беспилотниками, артподготовка. И это первый этап этого наступления. Сейчас никуда войска еще, скорее всего, не двигаются. Сейчас вот уничтожается вся эта логистика, чтобы в решающий момент нанести какие-то точечные удары, пока не знаем куда. Вот. Но то, что вы описываете на международной арене, тут давайте я вам скажу, что, наверное, огромная доля заслуги в решении Гаагского суда, угу, во всем, что происходит сейчас. Почему Китай отвернулся, Казахстан отвернулся от России окончательно? Потому что они поняли, что все, Путин кончился для них. Вот лично Путин кончился для них. Когда-то, я помню, удачно очень шутил, так грубо, но удачно, господин Пиантковский про Путина еще год назад шутил, что опущенный пахан не пахан. Но тогда это было понятно только российским людям. А сейчас это позиция как раз всего вот этого восточного мира. Западный мир, он с нами, да, восточный мир как бы сидел на заборе, был нейтрален во многих позициях. Но сейчас это поменялось. Приведу пример, почему это, собственно, происходит. Вот возьмем, рассмотрим на простом примере в ЮАР встреча БРИКС, которая должна была состояться. Она состоится, но без Путина. Потому что Путин не поедет, он в розыске. А это означает что? Что и Бразилия, и Китай, и Индия, и ЮАР, собственно, понимают, что у них не получится больше нормально договариваться о сотрудничестве с Россией. А они хотели бы. У них есть интересы определенные в России. Что у Индии, что у Бразилии, что у ЮАР. Они хотели бы. Поэтому они хотят сегодня от России одного. Замените Путина на любого другого.
И эти страны, их устраивает то, что Россия не демократия, а наоборот, диктатура. Только им нужен другой диктатор. Им этот диктатор не подходит. Он теперь не договороспособен по смешной причине. Он не может приехать на переговоры. И на этом вся его судьба политическая заканчивается. Никому не нужен диктатор, который не может приехать на переговоры. Он не сможет строить и создавать никакую коалицию. Поэтому он им мешает. И сегодня они будут делать все, чтобы его убрать. Вот то, что мы видим, прекращение поставок. Вот мы видим эти голосования в ООН. И мы еще многого не видим. То, что вот прям буквально сегодня-завтра, каждый день будет происходить именно по изоляции лично Путина этими странами. Вот, кстати, Еврокомиссия готовит сейчас новые санкции, 11-й пакет санкций. И в нем, насколько сегодня я почитал, основной упор на санкции против третьих стран, таких как страны Центральной Азии и страны, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией. То есть потенциально под эти санкции могут попасть какие-то, не тотально вся страна, да, но какие-то предприятия Казахстана, там, возможно, Узбекистана, те, через которые, которые не нарушают никаких законов, да, они вроде как по закону все делают, но в результате через их территория и их предприятия, возможно, какие-то используются для снабжения России какими-то товарами, которые не хотелось бы, чтобы туда попадали. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас Казахстан будет активно сотрудничать с Евросоюзом на эту тему. Полгода назад было бы спорно, готов был бы Казахстан окончательно разрывать с Россией. Сейчас будет готов, потому что кто такой Россия? Россия для них раньше это и был Путин, с которым они разговаривали. Они понимали, сегодня я пойду в Еврокомиссию там разбираться, завтра приедет Путин, и нам придется с ним конфликтовать. А теперь Путин точно никогда больше не приедет. Он для них умер. Понимаете, он умер досрочно. Он для них уже труп, его нету. Пане Михайло, історія з Пекіном, з Китаєм, голосуванням в ООН знову набула нових обертів, тому що, нагадаю нашим глядачам, 26 квітня відбулось голосування в резолюції співпраці Організації Об'єднаних Націй з Радою Європи. І серед іншого, не ключовими тезами, але прописаними, визнавалась Росія агресором, за що проголосував Китай, в тому числі Індія і частина країн з БРІКС. Так от, є вже офіційна відповідь Пекіна по цьому голосуванню. Так запевняє, принаймні, газета South China Morning Post. І кажуть наступне, що Пекін каже, що позиція Китаю з українського питання не змінилася. Ми проголосували за весь текст, а не за схвалення одного абзацу цієї резолюції. Як ви вважаєте, це от Китай дав задню, чи Китай реально, про те, що ми раніше з вами говорили, можливо, не дочитали весь текст цієї резолюції, хоча мало в це віриться? Ну, а почему они должны были не дочитать? Весь текст – это все вместе, да? То есть они согласны не только с тем, что Россия ведет агрессивную войну в Украине, но и с тем, что она вела агрессивную войну в Грузии, например. Тоже часть этого текста. Они, например, согласны с тем, что Россия обязана выплачивать компенсации и репарации. Они согласны с тем, что Россия обязана выдать военных преступников. Это же весь текст. Я просто не понимаю, почему? Вот весь, да. Это не то, что что-то конкретное. Вот этому они согласны. Там же не написано, кстати, одного момента, да, там не написано, например, вывести немедленно войска, знаете, да, из Украины, например. Осудили как агрессивную войну, да. Вот и все. Поэтому я бы не сказал, что как-то сильно дали заднюю. Если бы они сказали, знаете, мы вот с этим согласны, а с этим нет, ну, вот, предположим, могли же китайцы сказать следующее. Вы знаете, в этой резолюции было много положительных моментов, и мы из-за них голосовали за, хотя там многое, с чем мы не согласны. Нет, они наоборот сказали, мы согласны со всей резолюцией в целом. То есть они не сделали никаких исключений из этого. Ну и давайте підсумуємо, що голосування відбулося, і голос Китаю за є, щоб вони не коментували, правильно ж? Так? Конечно, конечно. Это все, безусловно, продумано, решено, и никто там самодеятельностью художественной не занимается, поэтому, да, они знали, на что шли, знали зачем. Я уверен, что это проговорено было, возможно, с европейскими партнерами. Заметьте, вопрос-то про Европу, да, там вопрос, по-моему, про Совет Европы или что-то такое, я не помню. Да-да. И, да, а кому это важно? Европейцам это важно. А как раз Европа – это новый дипломатический фронт для Китая. Вот Макрон, Урсула фон дер Ляйен. И я думаю, что сейчас идут какие-то контакты между Китаем и Европой по согласованию какого-то мирного предложения, назовем так. Ну, какого-то, да, в принципе. Какого-то формата. Не формата переговорного, нет. Некой бумаги, вот как бы, вот наша общая позиция. Да? Вот есть позиция Китая по вопросу Украины, а есть общая позиция. Это не мирный договор, не одно и то же. Я думаю, что они разрабатывают какую-то такую бумагу именно с европейцами. Поэтому они поддержали Европу, понимаете? Европу, не нас.
Пане Михайле, мене от цікавить ще дуже Ватикан, Папа Римський і всі пропозиції, які лунають звідти. Тому що спочатку Папа Римський озвучив мирний план, про який в Києві абсолютно нічого не чули. А згодом, після оголошення мирного плану, він зустрічається з представником РПЦ, щось там обговорює. І прекрасно знаємо, раніше він пропонував, я поїду до Путіна, поговорю, а потім в Київ, бо інакше ніяк. Може, Ватикан і Папа Римський щось більше знають про змови або якісь альтернативні домовленості, тому що те, що пропонує офіційно Ватикан, це якесь, знаєте, як інша планета. Тобто це взагалі паралельно до того, що відбувається в світі процеси, хто кого підтримує, хто на що тисне і хто кому пропонує допомогу. Ну, ви, мабуть, бачили, читали книги про ад і рай, скажімо, ну, наприклад, да? І бачили в фільмах картини, як виглядить ад или рай, в кино, в смысле. Ну, как он выглядит у Вергилия, скажем. Так вот, я вам скажу, это правда другая планета. В смысле, эти люди в Ватикане, они действительно живут с учетом того, что наша планета не такая, как нам с вами представляется, вот, людям, не имеющим отношения к раю и аду. Поэтому они действительно живут, исходя из других законов природы. Из законов, которые будут в раю и в аду после их смерти. Вот, поэтому тут неудивительно, что все это звучит неземно. Но другое дело, что это и неземные дела для Ватикана решать проблемы мирного урегулирования. Вот я не помню, на моей памяти ни разу Ватикан, по крайней мере, таких вопросов не решал. Я верю, что он мог такое решать в каком-то 13 веке, да, когда Ватикан там мог решить какой-нибудь конфликт между, не знаю, кем, честно говоря, даже, между какими-нибудь готами и гугенотами. Ну, я так условно говорю, да, я понятия не имею, кто такие гугеноты. Вот. Но сегодня это неуместно совершенно. То есть Ватикан не член ООН, сегодня вместо Ватикана есть ООН, в конце концов. Вот там мы все и порешаем, нам Ватикан для этого не нужен. И вообще вся последняя риторика Ватикана, к сожалению, выглядит так, как... Ну вот когда-то я обвинил Илона Маска в том, что он русский шпион. Ватикан, конечно, Папа Римский не является русским шпионом. Но мне кажется, его действия в протяжении всей войны, они явно под большим влиянием Российской Федерации. У него там какие-то большие интересы, может быть, финансовые. Были слухи о том, что многие российские олигархи хранили, даже Путин сам, ну, не только Путин, а окружение его, хранят деньги в банках Ватикана. Были такие сведения? Не знаю, понятия не имею, правда, неправда. Может быть, наоборот, есть обратная история. Как мы знаем, КГБ, конечно, Советский комитет государственной безопасности, активно собирал компромат на всех международных деятелей, на всех. И вот на этого самого Папу Римского еще со времен его жизни в Аргентине может быть ЦРУшный компромат у ФСБ, например, какой-то, мы не знаем какой. Он может поэтому как-то помогать и стоять на стороне Путина во всех этих историях с некими переговорами. Но мы категорически, Украина же категорически отрицает, говорит, впервые слышим, ничего не знаем, знать не хотим. Разработано без участия Украины. Аривидерчи, уважаемый Папа Римский. Мы тут это самое с вами не собираемся все это обсуждать. Я думаю, это правильная позиция. В общем, никто не будет от нас требовать, не найдется такой силы в мире, которая потребует от нас выполнить волю Папы Римского. Кроме одного существа, это начальника непосредственно Папы Римского, но он свои приказы отдает не в виде решений ООН или мирных договоров, а вот в другой совершенно форме. Пане Михайло, не можу не запитати вас про зернову угоду, тому що от зараз мають знову домовлятися, пролонговувати. Росія не задоволена, тому що українське зерно вивозиться, а російське зерно і добрива не в повному обсязі вивозяться. Чого добивається, як добивається Росія? Тому що попереднього разу прекрасно знаємо, як вперше так публічно Путін сів дупою в калюжу. Це коли він сказав, ми виходимо з зернової угоди, Ердоган сказав, ну та виходьте, через три дні він сказав, а можна до вас назад, будь ласка. Цього разу, як ви думаєте, чого добивається Росія і як вона хоче змінити, тому що кажуть, ці от нові удари шахедами, можливо, ці от, можливо, удари нові по Очакову. Тобто Росія наче хоче змусити і показати, що якщо не буде зернової угоди на наших умовах, ми будемо все бомбити, стріляти і руйнувати. Знаете, там с зерновой сделкой, так как история достаточно таинственная, в том смысле, что Россия действительно с этого ничего когда-то не получила тогда, когда это было заключено первый раз. Было какое-то давление со стороны Турции на Россию, причем давление неизвестного нам характера, неизвестного нам свойства. Как Турция смогла добиться от России подписания таких договоров, я не знаю. Я даже тогда, когда это комментировал, это было давно, где-то в ноябре, наверное, или в октябре, я тогда даже комментируя, высказал такое робкое предположение, что может они конкретно Лаврова, который вел переговоры, как-то
привязали к стулу в виртуальном смысле. Имеется в виду, может быть, у них есть какой-то компромат лично на Лаврова, и они заставили его это все сделать. А он уже вынужден был объяснять Путину, почему это выгодно. И Путин потом много раз говорил, нас кинули с зерновой сделкой. Потому что, ну, выглядит именно так. Россия не получила ничего, просто ноль, понимаете? Вот ничего. Мы понимаем, что получили мы, вывоз зерна. Мы понимаем, что получила Турция, свою долю, кстати, в этом зерне. А что получила Россия, мы вообще не видим. Ну, вот я не вижу. Она не получила торговлю этими удобрениями, на которых она настаивала. Она не получила никакого даже частичного снятия санкций, ни с чего. Тогда был такой, были такие рассказы вокруг вот этой всей сделки, в начале ее существования, что за то, что Россия подписала, на нее не наложили какие-то санкции. Ну, это, знаете, так себе бартер, да? То есть, ну, да. Давай ты нам дашь 100 рублей, а мы за это не что-то там, да? То, что мы еще не сделали. Слабенько, понимаете? Вот. Поэтому я не вижу в любом случае выгоды для России во всем этом. Возможно, ну, есть какие-то тайные рычаги у Турции. Это я вижу, потому что она уже добивалась от россиян и вот того, что они вернули нам многих бойцов Азова, и вот этой сделки. Еще, может быть, что-нибудь добьется Турция. Вот. Поэтому сейчас у нас нет инструментов. Вы знаете, вот как сказал президент Зеленский, буквально, по-моему, позавчера, он сказал, что мы не пытаемся, даже как бы не пытаемся там предложить России ничего в обмен на эту сделку, что-то такое. Не пытаемся узнать, что она хочет в обмен, что ей нужно. Ну, примерно, я сейчас не точная, совершенно не точная цитата, но идея в том, что нам действительно нечего России предложить-то за это. То есть, а что мы можем ей дать? Вот я не вижу. И поэтому либо сделка состоится, если Турция продавит снова, либо не состоится, если Турция не сможет этого сделать. А чем она давит, ну, простите, я не знаю. Ну, і ніхто не знає, тому що ви правильно сказали, це і Туреччина вирішила закрити Дарданелли, так, Босфор. Туреччина зробила так, що ми повернули наших бійців і керівників проклятого, як кажуть росіяни, Азова, так, що вони його робили просто обличчям неофашистів і казали, що ніколи не віддадуть, і віддали. Також, ну, не знаю, які там в Ердогана річаги, але в нього це виходить непогано. Якщо от говорити про Пригожина, пане Михайло, от останнім часом самий бравий солдат, який фактично і робив цю війну на Сході, і в себе в телеграм-каналі викладав кожен кущ, який вони взяли в облогу, кожне дерево, а тут останні тижні він просто плаче, кричить, що великі втрати в Бахмуті, каже, що немає снарядів на, лише на пару днів, боїться контрнаступальних дій Збройних сил України. Чому Пригожин з бравого бойця перетворився на того, хто кожного дня скиглить. Он прошел, конечно, большой путь, Пригожин. Действительно, вот вы точно очень отметили этот характер бравого бойца, который у него появился в августе-сентябре. До этого мы же вообще его не знали. До этого он для нас был поваром. Ну, как вы себе представляли Пригожина? Так как я его в лицо никогда не видел до этого, ну, может, на фотографии какой-нибудь, то для меня это было, представлялось, что это повар-жулик, который сидит там где-то это... пробует щи каждый день, да, в своем ресторане, чтобы проверить, что их правильно сварили. Ну, и как-то ворует деньги, там, кого-то обслуживая. А оказалось, он прям боец, понимаете, боец. Причем боец во всех смыслах. Он, то есть, не только там харизматичный человек, который способен выступить в тюрьме перед зэками и их как бы соблазнить, но он не боится воевать с Министерством обороны. Он не боится приезжать на линию фронта, кстати, в отличие от всех остальных политиков российских. Заметили, да? Ну, ни один не доехал до линии фронта. У нас все доехали, у них не один. Доехал один, Пригожин. Но у него нет официальной должности, поэтому трудно даже назвать вроде как политиком, да? Ну, вот. Но сейчас он сам... ну, это я уж так чисто как политтехнолог, да, сейчас скажу. Это не какой-то там инсайд, конечно, у меня нет такого инсайда. Выглядит так, что он заигрался вот, в политтехнологии. Он стал каждый день что-то комментировать. Такому человеку, который знаменит своей силовой харизмой, надо говорить мало и емко, а не много каждый день. Много каждый день нужно говорить Жириновскому, много каждый день нужно говорить вот мне, например, да? Вот. Но не Пригожину, да, но не такому бойцу, как Пригожин, мне так казалось. Он решил как-то совместить в себе все. И человека храбрости там, и неких решительных действий, и одновременно сильного болтуна. Но это не склеивается одно с другим, мне кажется. И поэтому он зачастую стал допускать
такие диссонансы внутри уже своих речей, что вроде как он такой решительный сейчас что-то штурмует, а в то же время плачет, что нет снарядов, он сейчас уйдет. А в то же время, вы знаете, сейчас у него пошла ежедневная рубрика, где он ежедневно сообщает, сколько метров они там захватили и сколько погибло бойцов ЧВК «Варна». Прям в штуках, говорит. Вот вчера он сказал, погибло 104 бойца ЧВК «Варна» за вчерашний день. Кстати, это, знаете, да, это спалило то, что Кирби был прав. Вот Джон Кирби, когда выступал в Белом доме несколько дней назад, сказал, что за 5 месяцев в Бахмуте погибло 20 тысяч россиян, из них 10 тысяч ЧВК «Вагнер». Ну, давайте, вот то, что нам Пригожин отчитывается каждый день, там у него было 84, 90 с чем-то и 104. Вот если округлим до 90, не знаю, 2700 в месяц, умножаем на 5 месяцев, вот уже и получаем почти 20 тысяч. Понимаете? То есть у него цифра, в общем, с Кирби даже больше, чем у Кирби. Вот. Ну, он проигрывает вот на этой игре. Почему? Вот, знаете, вот у меня такая есть мысль. Он один. Вот это очень большая проблема, когда ты в политике одиночка, когда у тебя нет карти. Пане Михайло, вибачте, що перебуваю. Дуже багато каже, що він не апаратчик, він системник, він не вміє домовлятися, і він волк-одиночка. Да, и вот это одиночество, оно и в пиарном смысле. То есть это одиночество, как он волк-одиночка не способен договориться, это одна история. А теперь давайте смотрим на публичное поле. Когда тебе надо быть и тем, и тем, и тем, и тем. Вот если у тебя серьезная партия, как формируется там нормальная партия в нормальной стране? Ну, в Украине чуть-чуть по-другому, у нас моложе сильно страна, а я сейчас беру такой более консервативные страны, да? Тебе нужно в партии иметь вот это мой военный, это мой главный там экономист, да, он будет про экономику разговаривать, а этот человек будет, это будет женщина, она будет говорить про права женщин, а я буду говорить, не знаю, так как я международник, я буду про международную политику. И каждый лупит свое. А Пригожин должен и про права женщин, и про международную политику, и про экономику у него там, и про все, что вы хотите. Вот проблема у него такая возникла, поэтому... Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Як завжди, це цікаво, кваліфіковано, з версіями обґрунтовано. Я закликаю наших глядачів, якщо ви підписались на 24-й бігом, активне посилання на Михайла Шетельмана, YouTube-канал, теж підписуйтесь, тому що там регулярно пан Михайло робить огляд найважливіших подій. Цікаво, дуже круто, сам дивлюсь і вам раджу. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24-го каналу.